25 км. Только он какой-то старый. Мне кажется, что он не будет. Нет, это П. П? П это Д, да, П. Причем П это редко. Эп-1. Эп-1М. Синий, достаточно редкий. Вот он. Эп-1М. Красивый РЖД красок. Видео окончено. Автоматриса, значит. Автоматриса вот такая. Классная. А, так, АЧ-2. АЧ-2, да. Раньше мы думали... Верить по названию, которое написано впереди. Это у нас либо дизель, либо автоматрис. Уехала наша автоматриса. Либо это дизель. По-моему, это 2Т-10. А как он у нас оказался? Так, сейчас. Не, ну чмоха на самом деле прикольная, ребята, респект дает. Чмэ-3. Да, это Чмэ-3 у нас. А, красный РЖД на канале Апельсин. Конструкционная скорость 100 км в час. Да, вот это 2Т25КМ, это М, модель М. Разве? Да, там М написано. Ласточка на переезде в минеральные воды. Первый раз мы ее видим, наконец-таки. Хоть она и много ездит, мы ее первый раз увидим. О, сразу две ласточки. Такая быстрая.